Японец облачился в мини-юбку и ударил ребенка. В японском городе Саппоро, префектура Хоккайдо, задержали 50-летнего мужчину в мини-юбке, который напал на мальчика. Об этом сообщает издание Sour News 24. Пострадавший рассказал, что играл в парке, когда к нему подошел человек в мини-юбке. Голову незнакомца украшали парик и тиара. Ребенок утверждает, что мужчина ударил его по затылку. Его показания подтвердили очевидцы происшествия и запись, сделанная камерами видеонаблюдения. Во вторник, 29 мая, полиция нашла и допросила подозреваемого. Он отверг обвинения и заявил, что не бил, а лишь погладил мальчика. Несмотря на это, его арестовали. Теперь следствие устанавливает силу удара и пытается выяснить, является ли мужчина в мини-юбке психически здоровым. В 2013 году сообщалось, что полиция Вологды задержала мужчину, который вышел на улицу в короткой женской джинсовой юбке и без нижнего белья. В беседе с полицейскими он пояснил, что у него есть всего лишь один комплект одежды, но он его постирал. Больше ада и странных новостей в TELEGRAM канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.